Так, чпоинг, отлично, все работает. Ой-ой-ой, меня выкинуло из игры. Так, пригласить игроков. Все, кинул приглас. Как, работает? А, кстати, у нас даже персонаж... Блин. Опять сбили. Так, вот это твоя Тян. Собираю ее. Так, отлично. Я предлагаю сразу тогда идти на тайное логово Эвелин. Нам, кстати, осталось сегодня чуть-чуть к левелу. Тут? Да. Так, если тайное логово Эвелин, то куда? Наверх, да? Да-да-да, просто пошли на... А, вот здесь мы сражались. В доме мы тоже сражались. Блин, где мы тут не сражались? А, здесь что? А, все, здесь колодец. Я предлагаю пока пойти поверху, а потом пройти вон в ту часть через колодец. О, посмотри, я нашел пляжик. Чекай. Вон, видишь, там этот зонтик и... О, да-да-да-да-да. Там, по-моему, я не помню, что там, если не ошибаюсь, там какой-то маг. Это не точно. Угу. Аккуратно, подожди, тут... И что за спойлер, а? Тихо. Опа, Настя, тут Вульфрам какой-то. Вульфрам, да. О, боги! Она ходит, но при этом не живое. Я и не знал, что когда-нибудь надо встретить существо, соответствующее... Меня зовут Вульфрам, и безмерно счастлив познакомиться с тобой. Кстати, это хорошо, что ты не из Легиона. В этой экспедиции меня сопровождало 10 солдат, но оказалось, что против нее, что не больше солдат, чем у снежинки в адском племени. Правда, вряд ли мои шансы заметно выше, особенно сейчас, когда где-то рядом бродит эта дохлая шавка. Более того, я бы даже сказал, что отчаянно нуждаюсь в вооруженной охране. Я археолог. А кроме того, я обожаю все, что связано с нежитью. Лейтенант Селения, командир Легиона, стоящего в Сесиле, поручила мне осмотреть древние курганы неподалеку от города. Она надеется найти место, откуда началось нашествие зомби. Впрочем, пока что мои поиски не увенчались. Так, значит, ты много знаешь про зомби? Именно. Я, так сказать, живу ради мертвых. Мой интерес к этой области связан с археологией и пробудился после одного случая, связанного с черной магией. Разумеется, я с радостью поделюсь всеми знаниями, накопившись... Так, ладно. Зомби. Это мертвяки. Результат мерзких экспериментов с использованием черной магии. Среди воскресших мертвецов есть и волшебники, и они по-прежнему могут применять заклинания. Они убивают невинных людей, воскрешают их, превращая в бессмертных рабов. Насквозь пропитан болезнями и тлением. Если ты когда-нибудь на них наткнешься, старайся уничтожать их издалека, не давая им подойти близко, иначе они отравят тебя своими ядами и порчей. Скелеты. Конкретно эти мертвяки, которых можно встретить в окрестностях Сесила, воскрешенные солдаты Брака, последнего и самого знаменитого короля Источник. Он сам похоронен где-то здесь, но где именно никто не знает. Я долго искал его раскопки, но пока не нашел ничего, кроме ржавого оружия и черепов. В любом случае, солдаты снова разряжают эти земли и по-прежнему сражаются как профессионалы. Я же говорил этим идиотам-легионерам, чтобы взяли не мечи, а палец. Ну, ты понимаешь, одни дробят кости, а другие от костей отскакивают. Даже толстая палка пригодилась бы, но они не послушают. О, правильно, дробящее оружие происходит. О, и не удивляйся, если нежно ждет эти множество мощных заклинаний. Ведь в конце концов эти солдаты служат королю источник. Повсюду черный маг. Так, в одиночке я до своей силы не доберусь. Ты тебе уже удалось дойти, и ты сможешь с теми отправить, так ведь? Да. Тут как бы это недолго, и опыт. Плюс он нам рассказал, каким оружием сражаться, так кажется. Иди нас. О, нам дали состояние. Подожди, Настя, а ну-ка дай-ка я чекну это. Ну почему мне бортадир, можно что-то апнуть. А, у меня уже стоит дробящий. Твоя природа опаснее, но я как ты клянусь защищать этого человека. Ладно, пойдем, Настя, быстрее, за ним надо идти. Сейчас. Настя, но он же убегает. Да подожди. Я не могу, на меня уже напали. Найс. Nice. Когда я тебе говорил, что он убегает, он это значит, что он убегает. Он, по-моему, не ждет никого. Аж это. Ну тут всего один скелет, я сам справлюсь. Наверное. Блин, я даже не знаю, как мне походить. Тут опыта прям совсем, ну... Кстати, идти тут не очень далеко. И, по-моему, мы уже здесь ходили. Может и нет.
понимаете, я очень далеко. Ну тогда. Но она, по-моему, так может наваливать из... Сюда! Сюда! Я так люблю их полезных. Идти? Так. Опа, а ты его только магией долбанул, или ты его еще смог? Да, только магия. Он лежит. Слабенький. Офигеть, знаешь, сколько мне надо очков действия, чтобы ударить этого чувака? 10. Ну. Потому что что? Потому что моя палица, у нее целых 4 атаковали. Если я сейчас получу левел... О, я его получил. Все, теперь 3 на себе. Так, смотрим, что мы можем апнуть. Так, что мне по факту... Я бы вкачал защиту, но у меня какая защита... Навыков. Пока что ничего, но, возможно, я вкачаю какой-то огонь. Так, что? Обаяние. Обмен. Так, теперь боль граф. Путь ассасин. Я думаю, своей Татьяна Бартадир может прокинетику начать качать немножко. Ладно, пока защиту иду немножко. Да, вот, кстати, я играю ближним боем и очень. Так, все, я апнул персов, давай апать своих и сохранимся. Блин, Настя, где-то чувак? Мою дивизию, Настя, блин, ну кто-то свалил. Я его не вижу. Настя, он уже мертвый валяется. Чего? Потому что он убегает без нас, я же тебе говорил. Пока мы стояли, апали ХП, то его уже убили. Он такой... Он не убегает без нас. Настя, это NPC, ты ничего не сделал. Ну пошли опять. Ну а что ты предлагаешь? Я даже не помню, где мы там сразу, где мы его нашли. В какой-то минимум. Значит, сотки сразу бегаем с ним. Прокачаемся потом. Ну, вариантов и так особо не. Так, я давай с ним. А вообще, давай, знаешь что? Давай сначала посмотрим, где он тут делает. Блин, он сразу начал со мной. Это так, пошли. Все, сразу давай вместе побежали за ним. Потому что он тот еще. Куда? Блин, куда он идет? Он заслоняется бы.
Моя природа, но я, ты поклялась, поклянусь защитить твоего человека. Кстати, они похожи друг на друга, что один псих, что второй. Ну, один этот, короче, убийца, второй лучник, но по факту это они все из одного. Все варвары. Да, они, что этот варвар, что? По факту. Особой разницы даже нет. Так, ладно, поехали. О, красно. Сейчас постараюсь протестить свою штуку. Какой-то ран стоит? Прямо как слон в посудной лавке. Ух, хорош. Нифига себе. А, потому что я поменял дробящее оружие. Помнишь, что этот отвел сказал, что типа дробящим оружием? Мы побежали сразу за ним дальше. Он сразу от нас убегает. Забери там пшеницу. Ты, кстати, можешь не бежать, ты можешь просто с помощью пирамид потом тпхнуться. А, ну да. Тпхайся. Хотя лучше подойди сзади. В смысле? А я обходить буду очень долго. Что обходить, Настя, тут минуту подойти. Я вот тебя вижу по карте, ты вообще стоишь. Нет. Ну так я пока... Да я просто подходил. Да, пожалуйста. Просто они тебя будут трогать, а не меня. Ого! Просто нужно, чтобы ты тоже опыт получала. Вольфман такой, не надо. А, он еще и плакать умеет. Кстати, я могу пока что вкачать персонажа? Ладно, все, побежали дальше. Пособирай здесь это все и просто прыгнешься. Все, можешь не топахаться. А, не, может топахнуться, получилось. У нас получилось. Да, благодаря тебе я в безопасности. Я послал сами боги. Пойду в королевский краб, прям еще гордо. Если захочешь присоединиться, выпивка за мой счет. Окей. О, отношение плюс 30. Пойдем теперь обратно. Ты пособирал, да, все, что там понаходило? Да. Тогда... Там подвал был в том доме. Да, я ж помню. И, кстати, мы карту открыли, так уже нормально. А где этот домино? Я потерялась. Давай сначала туда дойдем, чтобы его не потерять. Нашла. Нет, давай туда дойдем и потом уже раскачаемся. Так я поэтому сразу и пошел. Опа, Настя, тут ток, сойди сюда, тут собака какая-то. Где? А ладно, давай, нет, давай сначала в дом все-таки зайдем. Вот. Угу. И там рядом с ним еще один дом, и там есть собака. Так, все. Теперь быстренько раскачиваемся. Блин, я не помню, что я выкачивал. А, это я вспомнил. Это мне. А тебе я вкачу. Всё, Настя, у меня готовый. You call to Wulgraf. He awaits your queries. Будешь готова? Давай, я просто... Так, вылазка Кургана. Благополучно появилось. Селение будет радо узнать, что в неудачном вызове... Нам слил хоть тот. Ага, надо будет еще зайти к селении. Да, пусть будет так. Все, вкачало? Я могу сохраняться? Да. 5. Почти, я сохраняюсь по F5, поэтому... Нам дали 180. Отравленный сыр. Кто владеет сыром, тот владеет миром. Пусть и недолго, если сыр отравлен. Так, гриб. Крыса. Любитель поговорить с крысами. Сухопутная крыса. Блин, что мне захотелось спрятать Кипского моря поговорить? Если я их поймаю. Когда-нибудь! О! Нежить любит яд. Эти твари впитывают его, словно тряпки. Гнилые, заплесневелые тряпки. Вроде той, что лежит в углу под муравейником. А ты все золотого, да? Нет, я только подошел сюда. Ну, ты пустые бутылки, но даже не знаю. Ладно. Я жадный бью. Так, а тут есть тайная комната, походу. Что ты взяла?
Ну, у тебя нет вот этого вот уголка? А, это посуду мне забили. Ладно, тогда пойдем отсюда. Да? О, подожди, тут груда костей есть. Так, слушай, иди сюда, тут с таксой надо поговоришь. Ну, я туда и пусть. Пока мы не забыли. О, так тут две их, тут Токса и Шмокса. И вообще-то и Шеба. Один гавкает, да, блин, и второй гавкает. Другой тоже гавкает. Они оба гавкают. Да ладно. Не, на полном серьезе, они просто такие гав-гав. Истекая слюной, собака подходит ближе, но не говорит ни слова. Из ее глотки вырывается тихий звук, похожий на стон. А тут то же самое. Слышишь? Слышу, ну, может быть... Они только стонут. Там валяется посох, я тебе оставил. Так, где? В доме. Где посох валяется? В доме. А, вот. И я, кстати, сейчас. Я, во-первых, нашел кольцо. Плюс одно восприятие, плюс одно знание легенд. Я восприятие. Это стар... О, я знаю, восприятие мне нужно поликов. Так, а теперь, Настя, смотри, я нашел дневник в доме этом же. Дневник, слушай. Собаки пытались предупредить меня о грядущем кошмаре. Они яростно рычали и лаяли. Мои Токса и Шеба, наводившие ужас на местных воров. Подумать только, они испугались. Потом был короткий душераздирающий вид, и все кончилось. Была ночь. Я боюсь выходить наружу. Кратко взглянув за занавеску, мне удалось разглядеть во дворе силуэты Токса и Шебы. Мои щеночки, мои милые друзья. Они живы. Но я не буду открывать дверь, не сейчас. Лучше дождаться утра. Солнечный свет прибавит мне смелость. Рассвело. Во дворе все тихо, и кажется, зомби ушли. Токс и Шеба приветствовали меня, виляя хвостами и опустив уши. Ах, мои родные. Но потом оказалось, что их взгляды полны того же кошмарного зеленого света. Они изменились. Что-то поселилось у них внутри. Проклятые зомби забрали их души, заменив их той же чуждой и противоестественной силой, что повелевает всей мир. Страшно представить, во что они превратятся, но у меня не поднимется рука на друзей. Теперь зомби хотя бы оставят их в покое. То есть эти две собаки превратят в зомби. Если этот тип не прикончится, даже когда понял, что они заражены. Интересный момент. Я не знаю, что мне... С одной стороны, яйца, да. С другой стороны, двойка тоже, да. Двойка. Ну, вообще, да, если он знал, что они станут зомби в скором времени, то уже все. Хотя я бы выбрал единицу. Than euthanizing his little darling. Such weaknesses separate the feeble-hearted. Блин, носи нафиг. Need a moment to reflect. The heart has no true place in cold, hard decision making, I say. Очень тяжелая игра. Спасибо, Настя. Я знаю. Вообще-то я это в себе ценю, а там просто такого варианта ответа не было. Да. А, кстати, что мне... Это у нас плакса. А, сама плакса. Что мне дала бессердечность? Успешный удар в спину. Блин, надо было сострадание взять. А что дает сострадание? Оно мне дает просто шанс критического удара. Давай же переиграем? Нет. Ладно. Понимаешь, тупо подстраиваться по ситуации? Да. В зависимости от того, какие да, бафы все, тебе правильно, дают. Правильно, да. Здесь я сам сказал. Правильно. Это реально тупо. Ага, все, здесь мы были. Все, пойдем обратно. Ну, на самом деле, хотя я не знаю, я бы... На самом деле, я ответил то, как я хочу, но... Точнее, то, как логично. Но если по правде, я все, бы, наверное... Пойдем. Все-таки выбрал единицу. Зачем? Потому что... Ну, типа, это ж... Так лучше... Это ж собака, с которой ты пережил кучу... Ну, я думаю, что прям кучу всего. В смысле, Настя? Собака? Ты что, издеваешься? Собака. А куда идти? Я потерялась. Я тоже. Вот это прямо. А, я нашлась, всё. Подожди, вот это прямо... Да, всё прямо... Я предлагаю пойти к тайнику вообще.
какому тайнику. А мы пока возле него как раз. Да блин, пойдем в это. А, кстати, карта сокровищ Джерома. Ты об этом, да? Ну да, я же его купил за деньги. Стоящий вообще-то. Ну, игровые вообще-то. Вот, 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 смотри, смотри. Вот где-то здесь. За пределом соседей мы нашли странные могильные эти. Нет? О! Потому что... Ага. Что такое медузник? В этом есть что-то? Ну ладно, ты только делал, что я тебя никогда не хвалю. Серьезно, в игре? В смысле? Я ж похвалил. О, блин. Смотри вниз. Да, теперь, Настя, ты... Будешь ко мне приставать. Ты нашел что-то ценное в сундуке? Да, я нашел неопознанный старый эльфийский посох огня. Дай, дал тебе. Я нашел сапожки. Тяжелый золотой клинок. Остальное... Отлично, потопали в этот? В угол? Подожди, на, да, даю тебе вот эту штуку. А здесь что? Так, подожди, подожди. Так, подожди, сейф. Опа, сундук нашел. Вот теперь засейвись лучше, пожалуйста. Подожди, я сундук нашел. Потому что... Я нашел очень маленький сундук. А, я он должен быть коробка. Так, тут еще один жезл. Кстати, тот жезл вообще пригодился или нет? Да. Так, и вот... вот колечко. Что тебе надо? Высохнет. О, Настя, тут прямо над нами сосил уединенный пляж. А как туда попасть? Он я нашел горящий ящик. Песель, иди сюда. Куда? Я что, его взлетел? Ага. Сейчас, погодь. А вот это у меня что? Дай зацени это. Знание Настя, легенд, Настя, Настя. Сопротивление. Да подожди. Нет, не поняла. Там, где ты сейчас стоишь, там идет дождь и темно, да? Да. А подойди сюда. Настя, подойди сюда. Я подожди, там, где я стою, у меня светло и все хорошо. А, ладно. Да, да. Нет, там, где я стоял, в чем прикол, да. У меня стояло такое световое пятно. Так, ладно, идем сюда, тут песель какой-то еще. А, больная собака тут бегает. Я не вижу. А, вижу. Убей сундук. Спаси, не для разговаривать. А, мне нужно воевать. О, гад, Настя, ну тебе не повезло. Один сзади, второй сзади, зато спит. Ну ладно, я буду мага. Настя, смотри, я его еще и оглушил. Я не знаю, идеальный вариант? Ах да, у тебя же нет. У меня был только что огонь, я его только что убрал. Я имею в виду магии. Пойдем, может, потому что области. У меня... Да, у меня такой... Знаки. Настя, ты... Один персонаж, который по области стреляет. Ну, это очень тупо. Возьми любую. Так я вкачаю, у меня просто еще их нет. Вообще, в этом плане у нас нет фейлов не кажется. Реально. Так, мне же меньше не запроска 2, я поэтому... Это просто я считаю, что первое, что... Надо сделать баланс. А здесь убивает, да, было круто.
Есть. По всех раскидала. Вообще-то. Вообще-то почти всех, да. Ой, это одиночный. А, хотя ладно, это да я буду гонить. Нет, я думала сделать совмещенно с этим, с Бардетир, чтобы одно немного прокачать, ну, а другое немного это, геомантию. Опа, носим что. Я же ядом несу. Я постоянно ядом фиг. Ой, лол. Кстати, а вот свитки? Надо свитку. Я не пользуюсь. Ну просто... Я так... Я нашел Виталий. Чтобы ты понимала, почему я сейчас убрала огонь, потому что мы сейчас пойдем в огненную локацию, я только что чекнула. А там огонь, и мне нет смысла брать огонь против огня, это тупо. Я потом взяла воду. И меч... Этот меч... сюда из другого мира. Рукояти выгравирован для Питера Ли, сделано в Японии. Что бы это... А, идем в этот подвал. Я тебя жду в подвале. Крысы. И, эй, тут поблизости есть еще одно такое же подземелье. Точно, может быть, то, что мы сделаем здесь, отражается там. Местные жители какие-то странные, кое-кто из них только и делал, что часами пялится на то дурацкое надгробие. Точно, я понял. Там надо подземелье, ты пойдешь туда. Да. Твои никакие клетки, твой дневник, ты их же сой. А как по... Покладушка. Приютность. А вообще-то... Нет, нам сюда надо как раз таки четвертый уровень, во-первых, а во-вторых, там находится этот... Тайная фигня. А, да все. А, я... а как туда попасть? Воу. Я понял. Открой карту. Смотри. Я открыла. Да, вот если идти вдоль скал. Области. Угу. Хотя, вообще похоже, что это есть. Мне кажется, тут где-то пещера. Я же о том же. Мало того, тут как раз и четвертый уровень где-то нашего была, но сюда надо. О, блин. Я предлагаю просто... Ты на месте. Не, почему я сидела одна? Да, тут подвал. Скажи ко мне. Дотягиваюсь. Я ход пропущу просто. Они сами сейчас подойдут, все будет хорошо. Я бы вообще подошел назад, чтобы они к нам. Не, так сейчас к нам придут. Минус 70, минус 60, минус 50. Последний.
Я тут просто. Ну просто, что я остаюсь. Вот просто мог. Понял. Точно. Блин, ты очень плохо встал. Я сейчас надо. Я. Опа, их можно. Утро. Что его отхилил? Ой, его отхилил? Да, точно. Да, я уже увидела. Я случайно. Еще раз пни. Что? Ну, еще раз пни. Тоже пнул. А не зачем. А, я тебе это хотели поставить на таун. Меня больше напрягает романс. Вашу машу. Да. Этого Настя не надо почуть. Точнее. Посох этот есть, другой, второй, только я это от того. Так, Настя. А, третий тип. Тут да, есть что-то? Настя, он просто подошел. Настя, быстрее, дай ему хил, дай ему хил. Я не могу, мне этот. Боже, Настя. Стой! Не убегай, ты дурак. Можешь не ходить? Спасибо. Бегать просто. Я сейчас умру. Я умру сейчас. Там есть бензин. Я подлагаю подземелье. Я думаю, это вот это как раз какие-то второе подземелье. Да, я поэтому хочу. Я сейчас спущусь. Если это оно, то... От сундук залутал, да? Да. Ну, это второе подземелье. Да? Оно? Mm-hmm. Отлично, я зашел. Блин, если тут была... Так, давай, я зашел тоже. Я там долбаная крыса. Ну подожди. Да я за крысы гоняюсь. Невозможно. О! Да. Так. Дневник. Мы нашли вторую могилу элементаля. До странности похоже на первую. Мы наткнулись на таинственную могилу. Элементаля. Да. Так вот, допустим, а ну нажми на огонь. Нажал. Мне тоже. Меня травануло ядом. Я оглушила. Меня ядом травануло. Похоже, кто-то нажал. Подожди. Подожди, да я выхилились. Я... Так, смотри. Знаешь, что мне кажется это? Это как вот... Убивай. Дойди от них. Ну, я нажала на яд. Что тебе произошло? Я подожду. У меня лед. Я гоню.
А мы жми на огонь. Похоже, кто-то открывает огонь. Знаете, походу это... Огонь нажми. Могу. Someone must be clicking buttons and pulling levers. Если я скатил, то... Ну шо я? Садись. Больше мусы. Так, подожди, надо с этим разобраться. Кажется, сам... А как, мне кажется... Помнишь, как это... Там... Это просто... Нагрёбь. Вода, земля, воздух, двойники. Будет на них сразиться твоим же сыном. Я такой еще... Это глупо. Стой. Это могильный курган. Я думаю, мы можем каким-то образом призвать элементаля. Пожалуйста. Так подожди. Я нужно же разобраться, что дает что. Вот нажми на этот, на воду. Вот смотри, вот сейчас... А, подожди. На воду нажми. Сейчас. Даю за... Я, походу, должны одинаково... Я тебе об этом и говорю. Только сначала нужно разобраться, что есть что. Нажми на воду. Настя, я не могу, там все что же... Что это? Яд какой-то. У тебя яд? Это яд. Вот это яд. О, стоп. Яд еще... у меня огонь давал. Яд еще... Подожди, ты нахрен. Яд огонь. Это у тебя. Нажми что сначала на 4 что? Атом. А я нажму. А у меня ничего не происходит. Вот. А у тебя не должно ничего происходить. Хорошо, стой. Стой. Подожди, подожди. У тебя что, что сейчас у тебя? Подожди. Давай-ка, а ну, сделай мне огонь. Огонь? На огонь нажать? Нет, не на огонь. Короче, нажми на 4 подряд. Там на одну, потом на вторую. Вот это что дает? Первое нажму. Это электричество. Хорошо. Это. Это лед. Это лед. Это. Это огонь. И вот это яд. Да, но. Только яд. Да. Да, ты. Вверху яд. Сам. Яд почему? А ну попробуй, подожди. Попробуй яд огонь. Давай подожди, посмотри. Вот это вот яд. И любую другую. Не клацать, подожди. Яд, раз, и на огонь. Да, и на этот. О, яд огонь горит. Горит две кнопки. Дальше. Яд огонь, а теперь если... Лед, 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 воду. Лед. Лед и воздух. И воздух. Воздух. Я все четыре загорелись. А, и какой-то мужик. А теперь ты делай то же самое. Хотя. Надеется, ты инст... Так, как мы сможем помочь мне? Хочу. СТП хази просто валит. Он мне дал минус... Блядь, да блин. О, давай его себе заберем. А еще он? А кого бить надо? Он дал себе щит. Я вижу. Замаливайся его. Жмуровская не действует. Оглушение. Спасибо, Настя. Оглушение не действует. Ты мой персонаж. Да ладно тебе, все не так ты плохо. Да я понять не могу. Просто. Ууа. Ууа. Хватит ныть. Ты как этот главный герой воли. Тут медь. Было было. Так, я... Давай лучше тебя отхилю. Я тебе сейчас напну нафиг. Я
классический удар 10, серьезно? А, блин. О, у него на... Занеси. Только не делай каких ты не... Аня. Я постараюсь. Просто обычный. Я должен, я буду ждать. Это моя обычная атака, я не могу слить. Ты ушёл. Они все. Правильно? Да. Класс. Топать. Я буду нажимать. Вода, земля, вон. Воздух, огонь. Я вижу. О, может. Да, я тоже так думаю. Поэтому давай сваливай отсюда. Да в смысле, ну ветер. You called Wulgraf. Зачем бежать просто так перед паровозом? Тебе придется опять сюда идти. Давай здесь. Я просто к тебе тпхнусь. А, хорошо, а если. Ты меня бесишь. Давай закончим. Может, ты ж... Я тебя сейчас покопаю. А, ну, я должен... Когда... Витя, а тут дверь закрыта. Дверь закрыта. Да тут, твою налево, дверь закрыта, дурак. Спасибо. И тебе тоже. A rectangular object seems to be missing here. Тайна, Настя. A rectangular object seems to be missing here. Прямоугольник. Ты сама убьешь Тинс? Да, конечно, Изи. Отлично. Ты чё, охренел? Я же сказал, что убью. Ну давай я попробую, если что, ты пыхнешься. Сейчас не понял. По последовательность. Огонь. По кругу. Против часа. Давай. Угу. Ну, давай. Я не знаю. Так, это лед. А у себя огонь. Это яд. Когда что-то загорится, говори. Это молния. И это огонь. Что, загорелось? Так, у меня загорелась вода, загорелась. Лед, яд, огонь. Лед, лед. Лед. Теперь лед нажимать? Лед. Хорошо, дальше нажми что-то. Сразу больше ничего не загоралось. Нет, это не то. Это тоже не то. И это не то, настолько лед загорелся. Настя, нажал уже сейчас. Твоя еще. Земля, вода, воздух, огонь.
Аквас, земля, вода, воздух, огонь. Ой, Настя, я так не понимаю. Лед, яд? Там огонь. Земля — это яд. Лед. Яд, молния... Нет, яд, лед, молния, огонь. Яд? Яд. Лед. Лед. Огонь. И теперь еще последнюю. Этот яд, 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 яд прокладцей. Яд. Яд. Да не лед, а яд. Я понял. Но мне написала интересно. Это яд? Огонь. Яд. Оно не загорается. Оно, подожди. Оно не загорается. Оно еще... Земля, вода, воздух, огонь. Вода, земля, огонь. Яд, огонь, воздух. Короче, давай, я не знаю, у меня последняя идея, яд не загорается. Короче, я нажимаю. Не работает. И все, четвертая фигня не загорается. Ощущение пиздец, и похоже, кто-то нажимает кнопку. Яд... яд не загорается. А яд это что? Земля. Да, вот это яд. Да. А у меня нет. Ну серьезно, я не знаю, что с ним делать. Можешь выйти, дойти? Погас. You call to Wulgraf with a simple nod. The rogues, Wulgraf sighs, and pulls parchment parts and went on with the chief. Friends and I used to play source hunters. One day, we saw strangers in the forest. Friends fled, but I followed them. I took a man into a cave, cut his throat, held him over a blue stone. Blood turned it into ruby. I warned the source hunters in the city, caught the cutthroats. Source hunters called me a hero. I witnessed the hanging. Sorcerer spoke a spell before the trapdoor opened. I was mute, just like that. Always wanted to be a source hunter, but source hunters didn't want no mutiny order. Can't blame them. Нажимать. Яд. Нашел. Не загорается. А остальные три горят? Да. Убьется. Давай поменяем. Now to find out what effect that had. I wonder what does anything seem different now? I wonder what that did. Now to find out what effect that had. Now to find out what effect that had. I wonder what. I wonder what that did. Да в смысле? Я ты опять сейчас плавал? Я вообще в шоке. Серьезно? Я не знаю. Настя. Погоди, ты все? Дожались. Я не знаю. А у тебя как? Опа. Твою мать, сам блин, так уж. Ты теперь нажимай на что? Так не, мне не надо, серьезно. Мне одна не загорается. Вот видишь, три горят, а мне не горит. Я сделал все по-нормальному, а ты не можешь. Не, вообще болит. Ты все сломала. А вообще-то я все кнопки нормально прожал, и у меня все сработало. Да дурак. Железную беду. Серьезно? Иди нафиг. Бекельку дай.
Нафига? Давай с этой разберемся. Так, ну можешь идти туда тогда, давай ты пойдешь туда. Я не хочу сам идти туда. Прости. Ты подряд. Давай ты по... Ты скинуть как-то? Нет. Я иду туда. Да. Пришел, значит, и... Очень это рассчитываю. Я не приставала. Сейчас я пришел. Эмпровая вода, земля. Вот я. Работает. А скажи мне свой последователь. Который мне написано? Земля, вода, воздух, огонь. А у меня вообще воды нет. Да, заработала. Таинственный враг. Ой, это Тян. Ой, она меня зачаровала. Сада, что? Блин, ну... А, ты сохранился? Дурак. Ты дурак, Настя. Потому что твоя тупая Тян, но... Что делать? Все, зачем ты бьешься, Мася? А. Мало. Как? Вейкер же. А ты не хочешь? Да, блин, ты что? Очень нужно. А кто у нас кеда будет? Она все равно сейчас не моя, какая разница. Она сейчас два хода как раз таки по состоянию постоит и все. Охай. Я тут что представил, когда. А что я могу сделать? Как написано? Там у кого-то явно спасет. А я не дотягиваюсь до тебя банально. Soon.
ходить будешь? Да ты дамагер прям. Я тоже дамагер. Терпи немного, я тебе хильну скоро. Здесь что, я тебе хильну? Я тебе сейчас пну. Сейчас, подожди, да. Я покажу. На это точно. Into the fray once more. Пошла. Зачем? Так, идите нафиг, давай, пойдем. Киньте. Ну, съешь вот это, может оно тебе поможет. На, апельсиновый сок. Кружку пива. Что ты меня бесишь? Бесплатное. Почему мне КД? Ну, по достижению дали. Нет, тут падают монетки. Угодность. Это жестко.
Так, ну а вот это вот тебе. Вейкер. Подожди, на вот этого тоже тебе, скорее всего, нужно. Я скину. А, да? Ой, а можешь, пожалуйста... А, подожди, стой. А этот что-то мне там... Земли. 29.58. Где мы огня? Так жестко. Нет. Я все залутала. Подожди, тут же это... Витя, тут гробница какая-то. Дурак, вернись. Тут сверху что-то есть. А их открыть нельзя, да? Я думала, можно. Зачем? Это не видите. Не буду. Я не могу. Не могу. Зачем? Да не буду она гореть, дурак. Окно. У меня посох не такой. Я сейчас пойду поменяю. Доволен? Доволен? Я тебе сейчас врежу нафиг. Так, мы куда? Да. Я и хочу.
Как обмануть сундук? Мне кажется, то он тебя обманул. Мне так нравится, Настя, убей его. Цель слишком далеко. Так там было страшно? You call to Wulgraf. He awaits your query. What's this? I found something. Подожди, да, с посохами разберусь своими, их слишком всегда. Сюда спускаю, не могу, разберусь. Да подожди, убегай. Где это там? Да. Подожди, нам... Так мы там не пойдем, там сплошная стена. Ну нет, я имею в виду к этой, к логову этой фигни. А, я поняла. Не, я знаю, я не об этом. Все, да, пойдем. Ой! Я случайно. У меня знак вопроса. У меня есть огонь. У меня есть огненный шар. А, а вот есть? Да. Да. Подними, пойди.
Найс, тактика. Нет, я подожду, когда нежить маг. Сколько стоит? 13, вот это, ебанулся. А, нет, ведь меня нет, мне ножа разобуть. Нет, ну как-то там что-то это... Одну свет. Ай, отвали. 40 урона, хоть что-то. А ты просто вообще простоил. Ну да. Я не знаю, что это. А ну, давай, Свет, попурон. И кашет так вон. Да, молодец, Настя, только их отравление лечит, молодец. У меня, кстати, не знаю, почему она ему отравление дала, у меня обычно стояла, а в чём прикол? Да, зомби. Окей, нет. Богослов. Это Свет. Подмал. Кстати, мы от них можем убить. Зомби. От зомби мы тоже это. Этот зомби. Он просто втыкает. Это вообще гениально. Ого, зомби. Так, тебе главное вот так. Дура. Алба. Платье. Знаешь, что делать, типа? Там... Рухсанить? Попорите. Одного навыка, который бы мог брать какие-то ушки. Там. У тебя есть что-то? Максимум что? Че, Настя, реально это? Давай хотя бы своего. А, нам реально понятно. Пусть тебя улучшит. Это тебе надо. Это тебе в твое военное дело вкачивается вот этот вот дух и так далее. Я ж вкачиваю. Ну, топор. Ах. Боже, фолик на вкусу. Конечно, все. Не знаю, как создаю фанамис. Отравлен? Я-то. А что ты не сказал, я больше тебя отхилила, я не видела. Нифига себе.
Как думаешь, он догорит же, да? Я думаю, догорит. Мне, кстати, Бертадир дофига урона вносит. Догорел, отлично. А, тут я заебный капан тоже. Ой-ой, что там тут? Я не знаю. Понял. Это тащись от этой фигни. О, вот это. Короче, бей бизон. На этой смерти горит, поэтому я ее трогать даже не хочу. А вот с магом надо что-то делать. Я не почему вижу, у него уязвимость, ты не знаешь? Почему уязвимость у мага? Мага? Это... А-а-а! Мимо! Тут... Подожди, я порхазала, забей. Нет, я понимаю. Я догорит на следующем ходе забей. Я поэтому даже не трогала. Уф! Еще ура. Чёрт! Сколько? Вы что, банулись? Что такое? Уже безголовый. Да, ну лучше. Видишь, о. Знаки. Заморозься, прошу тебя, просто заморозься. Да, спасибо. А зачем ты вообще? А тут далеко, я до тебя не дотянусь, банально. Такая умная. А ты далеко. Еще раз, во-первых, тебе тоже ничего не поражает. Свинья сейчас догорит и сдохнет. А зомби? Единственное, что... А где он? Вот-вот слева от меня. А, да я его мне посослил с пятном. Я вот даже заметила. Да, Боб, круто станет. Зомби попасть. Да хватит промазывать, дура. Он попадет. Ах, иди. Этот труп. Если ты хоть как-то. Ладно, я бы. У меня даже свертка нет или какого-то зелья. Единственное, что я могу попробовать сделать. Телепортировать голову зомби. Обычно? Да. Да. Нет, телепортировать обычного зомби куда-то сюда в огонь. А, ну давай. Если достану. Ну, а правда, сейчас травонусь из-за этого. Кто поедет? Я честно. Пожалуйста, достань. Спасибо. Вот как-то сюда его помахнуть.
Так, хорошо. Перелечь. Камера. Блин, я не могу ротагир фигашить обычного зомби, потому что передо мной стоит скаловый. Чисто. Ну, все равно к тебе придется. Я так тащусь от этого. Не замерзнуть. Я скажу. Да нет, а что? Твою. А я, однако, молодец. Труд по голове. Стой, я сейчас бегаю. Долбан. Взять еще. Остаюсь к мне? Да. Значит, ты знаешь, что делать. У меня КД. И не, сама сдохну. Ладно, у меня синий сомбрен, чтобы вызвать на себя дождь. Потому что иначе бы я сгорела. Логично. А так я на следующем ходу. Там уже добьем, скорее всего, это чисто. Нажми пробел, просто нажми пробел и 2-2, а его просто попнул. Зачем? А теперь срочно беги сюда. Стой. Так, раз. Закончился яд? Закончился. Тогда раз. Так, я нас. Стой, это же еще один. Мне кадеш.
Так, тяжело. Так, вот эти. Сейчас вот того, да? Так, выхожу. Ну что, похоже. Просто на. Не знаю, пойдем пока что. Finally, you've come. The others, they're... But wait, where is Mendius? Or Anna? You're not one of the Fabulous Five. That's it, we're dead. Oh, I'm just a farmer down on his luck. The Fabulous Five, they promised me adventure and riches. But what lurks here? It is fabulous, ha! Huh? Fabulously lying, cheating doctors what they are. They sent me and my mates to this cave to deal with what was supposed to be an erratic little piece of wizardry. But it turns out to be a rip. What do they expect from us? I never held a sword before in my life. They said they'd be right behind us, show us the ropes. But they never showed, and now look at us. We are either dead, or please, I implore you. If you can, save my friends. They're still there in the dark, desperately trying to... Nothing much. He's some kind of wizard, isn't he? All I know is that that monstrosity down there has a signature engraved on it. He's responsible for the madness that haunts this place. You look like a veteran warrior if ever I saw one. После входа. Ару. Я ее не украл. Разбей. А где она? Ты продал? Я походу XP. Имени. Планирование. Я могу... Дайте ли... Уилл... У меня... Локация... Вольтач... Контуры... Дайте то, что... А, я помню, что это... Да, она мне нагла... Я помню, помню, помню... Ладно, давай побыстрее этот туннель пройдем, я пойду выздоровлю полчасика. Документация. Вот. Документация к универсальному пульту управления. Руководство пользователя для универсального пульта. Этот универсальный пульт просто передавает сам. Так, тут просто... Маленький. Точно уходит. Пойдем чек.
Это квест. А, вон это. Вот это щит. А как он? А, ты... Нашел дворец. Угу. Подожди, я нашла сколько рычагов. Я вижу один рычаг. Ярость, ярость, а ярость, сон. И рычага. Блин. Без них зашел. А где третий? Подожди, я вижу только один. Третий прямо возле него. А второй? А второй? Или это видно? Поищу. Один? А, два рычага я вижу. А третий, да, все нашла. Так, что я предлагаю? Что, нужно рычаги эти включать? А, предлагаю. Я могу стать невидимым. Я не знаю, что. Ой! Это было не так. Он просто очень не вовремя повернулся. Ой. А, стой, стой, Настя, сбей. Он их бьет. А он их бьет, бежит. Да. Подождай, пока я скромастер. Скромастеримся. Я не знаю, что. Давай хотя бы нажми. Что это такое? Не знаю. Я так понимаю, это нужно в правильной последовательности сюда нужно. Настя, там куча. Да? Там не про. Я не знаю. Еще есть. Ладно. Случайно. Что с ним делать? Почему ей не нажимать? Мне вот это еще вот что, вот это вот очень сильно тревожит. Теперь мы, по идее, можем нажать на те рычаги, да? Или нет? Доживи, пожалуйста, и проверь. Доживи, пожалуйста, и проверь. А, нет, не доживешь. А, нет, может, даже доживешь. Что за приколы? Ровно же. Не понимаю, что она им делает. Походу... А почему у него жизни не так много? Стой. Это так много. Смотри за его жизни. Нет? Походу уже три раза. Его надо использовать по-другому. Три раза нажать. А вроде нажать на вон тот дальний лев. Можешь подойти нажать? Да.
Это надо использовать по-другому. Я труп. Классно. Что с ним делать? Ой, мне главное меня выкинуло. Эмлом. Ваш отряд потерпел поражение, и меня главное меня выкинуло. Настя, Настя. Mm-hmm. Ярость, счастье. Это режим. Ярость, ярость. Это режим сон. Сон. Это режим. Далее. Ну, точнее, потому что мы делали что-то два раза и третий. Еще раз. Мне кажется, мы можем. Какие функции? Да, вот не то, что у нас счастье не нажималось. Нет, нажимал. Оно же просто... Правый верх. Предположим. Счастье. Вон. В смысле? Они... Давай прям два раза на них. Ну, из-за я. Знаешь? Mm? Я имею в виду. Ты дурак? В смысле вас заметили? Настя, это тебя персонал. И что мне с ним делать? Дань, но... Точно не сюда. Смотри, в чем. А, вот, вот. Подойди вот к этому лючку. Просто подойди. А нет, тень. Угу. Я подожди, стой, стой. А, я не могу. Подожди, а что я говорил? Это, нет, это... Было сон, сон, счастье, ярость, сон, ярость, по-моему. Ну, давай, нажми на него два раза. Можешь два раза нажать? Раз. Да. Так. И толку. Потому что... Угу. А, лол. Вот у меня до сих пор этот. Смотри. Уже типа, блин, в смысле? О! Если я стою сзади и просто нажимаю на кнопку. Смотри. Раз. И. Это, видишь, я сбросил оружие. Угу. И. Прекрасный. Подожди, а что, солнце счастье, правильно? И. Сейчас просто попасть все. Смотри. А. Спать надо. Хорошо, значит. Смотри.
Я сделал что? Мне кажется, мы сделали режим... Режим отключить. Да. И Настя. Вот смотри. Счастье, счастье, я счастье. Счастье, счастье, счастье. Режим быть. Я предлагаю так. Надо три раза, чтобы понять, где ярость здесь. То есть. Причем, может, они сбавят это на себя и на столик не будет. Надо убить их глупость. Скелеты или нежить мага? Как-то обезвредить. Я не знаю. Обоих нет. Обоих не знаю. Если они вообще заморозятся. Нажимай три раза на это. Два. Три. Прекрасней. Просто больно. Можем? Просто пол. Это луч. Телепортнись куда-то поближе ко мне, я тебя отхиляю. А тебе не хватит на три все. Я просто искал. Ему что-то вообще плевать на то, что мы вот эти потенции к ней. Ладно, мы научились спать, пушку. Я должен два. Он нажми два раза на свою штуку. Нажал. Угу, все. Блин. Опять сюда, значит, на 2 ОД я могу подойти вот сюда. Найс. В смысле? Ну, вообще... Тебе не нравится? Нет. Ну, типа, как... Я вылечу. Не работает. Это не работает. Управление Divinity, да? Я иногда. Так, он ему 22, а тот ему 48. Вопросов не имеем. Минус 3. Минус 4. Так, все, я пошел спать. Он должен быть как... Подушки. Я думаю. Вот
Подожди, мне сейчас получается, как вместе пойдем покушать. Это Волк? Он продал. Да? Эйч? Давай.